О, ваше величество, я всего лишь скромный слуга, уборщик. Уборщик? Ты уборщик? Да. Я приплыл, потому что беспокоюсь за наш риф. Я никогда еще не видел таких черных капель. Я знаю, что это такое. Правда? Это чернила черного чудища. Возвращайся к работе и больше не затрагивай эту тему. Моя работа важна. Так почему ко мне относятся как к рыбе второго сорта? Плохо, когда ты стараешься, но ничего не выходит. Я бы хотел сделать что-то большее. О! Эй, куда это вы помчались? Искать твое чудовище. Это опасно. Там живут рыбы, которые слопают вас при первой возможности. Нас ждет работа. Смываемся! Это было круто! Если Алекс так сказал, значит, нужно попробовать. Но ведь это же мой долг. Я обязан помочь. Почему медузы живут в соленой воде? Я не знаю. Потому что от перченой воды они чихают. Не понимаете вы моих шуток?